Ярославский состав прибывает на платформу арены «Металлург». Магнитогорцы готовятся к третьему западному экзамену. Два предыдущих матча с «Северсталью» и московским «Динамо» команда Йозефа Яндыча сдала, набрав 4 очка из 4. Сегодня все мысли о «Локомотиве». Ключевые успехи, чтобы, так как я сказал в прошлой игре, чтобы мы хотели учить на пятаке в зоне обороны, в зоне атаки, так не случилось. Но набрали 2 очки, а это для нас хорошо, что в прошлой игре не играли так хорошо, а набрали 2 очки. А сегодня уже новый день, новая игра, новый соперник, а у них молодая команда. Думаю, что будет сегодня при игре, чтобы у нас было хорошее движение тоже, а не играли в много удалений. «Локомотив» и «Металлург» в лидерах КХЛ по игре в меньшинстве. У ярославцев статистика в этом компоненте чуть лучше. За 11 игр они пропустили всего 4 раза, имея недостаток полевых игроков на льду. «Мы добавляем при игре в большинстве», отмечают в тренерском штабе «Магнитки». Так, в игре с московским «Динамо» «Металлург» реализовал 2 попытки из 2. Так, у нас тоже хорошее меньшинство. Там разница только, можно, 1-2%. Это... Мы тоже хорошо играем в меньшинстве, а в последние игры мы уже улучшили наше большинство, поэтому можно будет разница, поэтому мы в прошлых играх забыли в большинстве, а уже потихоньку добавляем это, уже у нас сколько, 23-24%, это тоже неплохо. Ну, Ярославль — это всегда была хорошая очень команда, они очень подвижные, они хорошо держат борьбу, поэтому сегодня будет очень тяжелый матч, настраиваемся на очень серьезный матч. Они всегда, в принципе, играли очень хорошо в меньшинстве, потому что у них такая команда, которая построена все на оборону, поэтому против них очень тяжело играть в атаке, и, в принципе, у них зона нападения очень тоже хорошая. На утренней раскатке в общей группе нападающих занимался молодой Павел Дорофеев. С защитниками работал и коллега Павла по стальным лисам Дмитрий Зайцев. Оба хоккеиста уже имеют опыт игры за «Металлург», пусть и небольшой. Увидят ли их болельщики «Магнитки» в игре с «Локомотивом» – решать тренерскому штабу. Матч предстоит непростой. В Магнитогорске готовы к встрече с хорошо организованным соперником, исповедующим силовой хоккей. Очень много борются, очень хорошо держат борьбу. И, это нормально. Команда, которая играет в обороне, поэтому так у них всегда получается... Держит борьбу так хорошо и очень много хитует. Встреча с «Локомотивом» станет заключительной для «Металлурга» в рамках нынешней домашней серии. И можно не сомневаться, что магнитогорцы приложат все усилия, чтобы завершить ее на позитивной ноте. Были тяжелые победы. Естественно, не собираемся останавливаться, тем более на домашнем льду. Будем только на победу играть.